Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Shelter 3. Мы играем за слоников, которые огромной стаей идут куда-то искать своих сородичей. Мы, к сожалению, пока только теряем сородичей. Вот, например, мы в прошлой серии потеряли Джонни. Быстро все сюда, кушаем! Быстро. Смотрите, как шкала пополнилась. Походу, никто сегодня не умрет. Ни один слон не пострадает в этом видео. Вон там, вдалеке еще есть фрукты. Постройся, слоны, постройся! Умницы. Что такое? Окей, так, видимо, надо. Я не особо в курсе слонявых обычай. Смотрите, когда мы шифтуем, шкала тратится. Я просто так расходую энергию. Всего стада. Простите. Все, не буду. Надо с умом пользоваться силой. А пока мы просто идем. Уныло шагаем. Вот почему в Африке все такие неторопливые. Энергии очень мало. Ее надо с умом расходовать. Все, кушаем. Хаваем. Маленький хочет пить, судя по всему. Я понял. Я же выбрал с вами... В прошлый раз выбрал песчаную дорогу. А значит, у нас будут жестокие, просто жесточайшие проблемы с водой. Ну ладно, у всех пока что любовь на уме. Это хорошо. Окей, нам вот туда нужно идти. Давайте будем идти... Через вот эти вот заросли. Надеюсь, эта трава даст нам немного воды. Смотрите, а голубая травка... Опять же, я не знаю, голубая она или нет, но будем считать, что голубая. Голубая травка, возможно, дает нам воды. Ох, как мы сейчас зажремся. Детишки выросли. Кстати, чьи-то дети? Явно не мои. Что вы так на меня смотрите? Я, может быть, вас и сделал, но не присвоил. Так, хорошо, стоп. О, нет. Пора играться с детьми, судя по всему. Чего? Как? Я жму на И. Давай подойдем к этому малышу. Зажмем вот такие. Уп! В пузико подуем. Нет? Не работает. Опа! Я вижу воду. Я так и не понял, как ласкать детей. Но хорошо, что мы этого не делаем. Мы детей не ласкаем здесь, на этом канале. Никаких ласканий. Да, они хотят пить, они немножко сжарились. Я сам чувствую это. Ну-ка, заходь. Ой, как хорош. Ай, блин, плескаться в воде. Это моя любимая. Ох, я не знаю для чего, но слонам необходимо вот так вот плескаться в воде. Ай, как вкусно. Ну, что-то схавал, даже, не знаю, это не подконтрольно. Хобот сам все хватает. Ух, кажись, мы жестко отклонились от курса. Не позволяйте черным оленям переходить себе дорогу, это плохое, это к беде. Так, отошел! Отошел, олень! Что-то они вообще нас не стремаются. Какие-то мы неустрашащие. Слоны не внушают страх в последнее время. Мы должны это исправить. Задача нашего похода — это навести ужас на всю саванну. Я вообще не знаю, мы в джунглях или где мы находимся? О, я что вижу? Что я вижу? Я вижу море! Рушить бамбуковый лес. Пошел в жопу. Опа, фрукты. Детка, фрукты. Камон. Каваем. Вышли на пляж. Ай, как хорошо тут. Давайте, слоны, купаться в море. Только не пейте, соленое. Ох, холодненько. Все, посмотрели на море, покупались. Теперь надо валить отсюда. Мы вообще жесть как сбились с маршрута. Ой, мне очень не нравится это белое пятнышко вдалеке. Что это? Нет! Погодите, сколько маленьких слонят? Раз, два, три. Стоп, все на месте. Вообще, сколько нас изначально было? Я, думаете, я считал? Оу, что там вдалеке? Возможно, это просто фрукт. Это фрукт. Фу, блин, ты не сдох. Да, у нас было три взрослых с нами и три маленьких. Фух, как страшно. Так, построение. О, смотрите, песком. Зафигачились песком. Быстро все делаем то же самое. Я не понимаю, нафиг это надо, но, видимо, надо. Так, построение. Построение. Так, все в сборе. Пошли. Ух, нас ждет суровое путешествие. Хотя, смотрите, вон, идем вдоль тех желтых растений. А-ха-ха-ха-ха. Мы сеем хаос в этом мире. Что за музыка? Что за нахрен? А, фух, это обычная музыка. Это эмбиент, ребят, не бойтесь. Эмбиент всегда сопровождал нас. Просто вначале он был страшный. Если вот, запомните, если эмбиент страшный, то остерегайтесь. Ссыте. О, стало как-то туманно. О, теперь страшно. Ё-моё! Мало того, что я дальтоник, так еще и видимость мне обрубили. Помним, если что, каждый сам за себя. Нет, все, постройся. Помните, что вокруг хищники, но нас больше. И мы больше. Мы очень толстые. И внушаем страх. Кроме мелких. Мелким кранты, все. Только не говорите им. Ой, я слух это сказал. Не слушайте меня, я всего лишь слон. Я бред люблю нести, это мой юмор. Привыкайте. А лучше просто хавайте фрукты. Ладно, пока не жрут, они отвлечены от негативных мыслей. О, полная шкала. Нифига себе, ни один вожак слонячьей стаи не добивался такого результата. Обо мне будут слагать легенды. Давайте в честь меня. Затрубили, задудели.
Неплохо, неплохо, но могли бы и получше. Так, мы вышли на указатель, отлично. О, птица пролетела. Аккуратнее, какая-то. О, фига. Кто пытается нас напугать? А главное, чем? Туман наступил, но еще не полностью. Он пытается... А, вот, все, теперь хорошо. О, как, какая видимость. Все, гоу, быстрее к тому дереву, которое с фруктами. Эй, навались! Заполняем шкалу. Если кто-то из вас обрел хомячьи способности, то набивайте щеки, пожалуйста. Нам пригодится. Окей, все, мы набили. Мы прямо... К указателю пришли. Вот эта звезда, такая же, как над тобой. Ладно, сейчас, ребят, вы не удивляйтесь, но меня будет, кажется, очень жестко плющить. Смотрим, набираемся опыта. Здесь я провела столько прекрасных дней. Подойди ближе, и я поведаю тебе о том, что помню. О, нет, снова это. Вот это все. Давай, рассказывай, что-то как. Мы подошли, дух великий слонячий. Давай, скажи мне великую мудрость. Я все понял. Но я вам не расскажу, потому что вы должны сами понять. Отправляйся на восток вдоль дельты, к древу жизни. Но следи за водой, внимательно, ибо в ней кроется смерть. На юге за дельтой лежит роща бамбука. Найди твердь в воде, и будешь спасена. Даже не знаю, бамбук мы уже видели, давайте вот сюда пойдем. Фиг его знает. Следить за водой, очень важно следить за водой. То есть, крокодилы. Крокодилы и всякие твари. Кракены в воде. Вот что нас ждет. Окей, ребят, у меня плохие новости. Я услышал ужасные просто вести. Нам придется идти по воде. А в воде нас ждет... Ой, неприятный сюрприз. Хорошо, смотрим. Нам туда. Малышня, если вы планировали расти в этой жизни, то сейчас самое время. Ибо нам нужно большое слонячье стадо. А то вы тут слоняетесь без дела, просто так. Слоняться! Вот откуда это выражение, от слова слон. Судя по природе, мы в России. Это приключения слонов в России. Окей, я вижу бамбук. Вот он. И там вдалеке пустыня. Что? Кто? Я какой-то вой слышал. Что? Кто это сделал? Кто это издал этот звук? Да кто это делает? Ты меня дразнишь, что я не понимаю? О, нет, вот это вода. Вода со смертью. Фух, мы кого-то потеряем сейчас. Ладно, не настраиваемся на беды. Настраиваемся на позитив. Фрукты! Нет. Какого хрена? Еще и вода сверху? Дабл клик. Понял. Крокодил! Тихо! Никто не заходит сюда. Понятно? Пока я не скажу. Вон, стоп! Ой, обсер. Сюда, за мной. Хорошо, попробуем обойти. Там не обойти. Скорей. Надо попить воды сначала чуть-чуть. Я зря это сделал, да? Ну ладно. Быстро! Выйти на сушу и призвать! Призвать! Хорошо, все живы. Мое слонячее зрение не видит крокодила. Нам только нужно, ребят, дойти до тех фруктов, и все будет окей. Крокодил погрузился под воду. О, жопа! О, жопа нам! Все, никуда не идем. Ты куда пошел? Сволочь! Я сказал, никуда не идем. Давайте, гоу, побежали. Все за мной, все идут. Молодцы. Его мелкий вообще просто бурлит там. Сдохнет сейчас. Быстрее, на берег. Мы не должны никого потерять. Вот крокодил нырнул. Мне кажется, они нас больше боятся, чем мы их. Так, все встали. Все умницы. Хорошо держимся. За мной. Так, пока никого нету. Хлебнем водицы целительной. Живительной. Ох. Кстати, вот фрукты. Забить на водицу. Забить на водицу. Выходим отсюда. Так, собрались вокруг меня. Yes. Хорошо. Все окей. Хаваем. Осталось немного. Последний ручей пересечь. Только там крокодилы. Боюсь, нам придется несладко. Но, ребят, если вы будете верить в меня и верить в себя, то у нас все получится. За мной. Впереди два крокодила. О, нет. Надеюсь, они исчезли. За мной. Прошу. Вокруг меня встать. Никто вообще не сдох. Помним, друзья, что на суше крокодил ничего не стоит. Особенно в бою со слоном. Побежали! Атакуй! Ха-ха-ха, засал. Кстати, он не может погрузиться под воду. Он застрял. Он в водоросли запутался. Нет, давайте не пойдем туда. Я передумал. А то нас сейчас поимеют случайно. Не нужно этого. Так, смотрим. Здесь уже олени, косули и прочие животные, которые милые, добрые. А значит, опасности нет вокруг. А кто там стоит такой? Кто такие? Бизоны? Это носороги. Стоп, я к ним не буду подходить. Это опасно. О, мы вышли в пустыню. Огромные стада носорогов. Смотрите, кто-то играл в крестики-нолики. Но тот, кто играл за нолики, забыл ставить нолики. Мы имеем дело с психопатом. Вот эта звезда. Все, мы пришли. А что ты впереди меня идешь? Я же вожак здесь. Ты что тут, самым центровым хочешь быть? Ну-ка отошел. Это дерево почему-то горит.
Смотрим. О, нет, звук неприятный. Слушай внимательно, Рева, тебя ждет опасный путь. Многие, кто пытался там пройти, погибли. Подойди поближе, я поведу тебе о том, что знаю сам. Я не дочитал. Нормально там, я досочинил в конце. Я именно это прочитал, по-моему. То, что там было. Мне что-то кажется, что я все-таки мать слониха. Ну что-то будешь говорить что-нибудь или нет? Быстрее. У меня времени нету. Так, что там наверху? Новая звезда зажглась? Или что? Снова выбор нас ждет. Очень ответственный. Этот путь приведет нас на север через обширное море песка, где солнце карает тех, кто решил отправиться в путь на пустой желудок. Или отправляйся на северо-запад и отыщи два соляных столба, там, где скрывается полосатая угроза. Следи за ней, иначе мы лишимся своих детенышей. Полосатая угроза — это что-то страшное. Давайте пойдем вот сюда, наверное. Потому что здесь мы не лишимся детенышей. А я, как хорошая мать-слониха, обязан заботиться в первую очередь о своих детенышах. Значит, мы идем в песок. В частности, если вдруг нам не хватит еды, мы съедим наши детенышей. Я должен еще заботиться о стаде. Так что, что вы от меня хотите? О, блинушки, блинушки. Что я видел, ребят? Есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая новость такова. Мы не пойдем в место, где могут убить наших детенышей. Плохая новость такая, что мы пойдем в другое место, где мы можем сами их случайно убить, если вдруг захотим слишком сильно есть. Так что вот, такой расклад. И это туда. И туда мы пойдем в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк, ставьте их много со всех аккаунтов. Также не забывайте подписываться на канал, жать колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы от меня, от Евгения, которого вы все так сильно любите. С вами был Юджин, не забывайте про все мои соцсети, также все будет в описании под видео. И всем, конечно же, по традиции, мощная слонячая петюля. Вы готовы? Раз, два, три и пять!